Под угрозой кибератак в ближайшие годы могут оказаться не только деньги, но и технологии. Мировой опыт показывает, предметом интереса все чаще становятся промышленные предприятия и банковская сфера. О том, как защитить стратегические объекты от хакеров, сегодня говорили самарские айтишники и разработчики антивирусных программ. В Государственной Думе, в различных надзорных органах формируется большой комплект документов, связанных с регулированием этой сферы, связанных с ужесточением ответственности за нападение, за халатность в отношении защиты объектов критической инфраструктуры. И сегодня на этой конференции мы будем обсуждать новые подходы, новые требования, новые ведения и новые технические возможности, связанные с защитой таких сложных объектов. Любое современное производство, так или иначе, связанное с открытыми системами управления. Раз система открыта, соответственно, доступ туда возможен. Цифровая вот наша экономика, переход на новые технологические уклад, он будет приводить к тому, что вопросы безопасности информационной АСУТП будут только обостряться. В регионе сегодня работает целая школа, связанная с IT-безопасностью. Соответствующее направление есть во всех крупных вузах области. А на прошлой неделе самарские и питерские айтишники провели эксперимент, связанный с созданием квантовых сетей, которые в будущем станут одним из элементов информационной безопасности.